Доброго всем времени суток. И вы можете увидеть, что я играю в игру, на которой было уже поставил крест. Потому что разработчики успокоились, затаились и ничего нового к ней не добавляли. Ну, я тут вот увеличивал аэропорт. Не сказать, что до бесконечности, но довольно больших пределов. То есть, видите, он занимает у нас, ну, половину где-то отведенного прямоугольника. То есть, он достаточно большой. Вот я даже последние стойки не подключал. Просто потому, что увеличение... Ой, а что это восклицательный знак? Непонятно. Что с тобой не так? Непонятно. Бесконечная экспансия аэропорта, ну, заполни весь квадрат. Тут будет столько человек, что комп начнет лагать. Но, в принципе, это уже нельзя игрой назвать. Так вот, но тут неожиданно вышло обновление. Обновление касается самой противной части, планирования полета. Давайте мы на это посмотрим. В общем, игра скинула мои все имеющиеся полеты, видите, они с вопросительным знаком. Я догадываюсь, почему. Потому что новая система, она подразумевает... другую систему контрактов. Контракты у меня, конечно, есть. Вернее, мне предложены. А акцептов у меня нет. То есть, вот те самолеты, которые там сейчас стоят, они не по контракту. Они просто должны... Они должны куда-то деться. Ну, пусть стараются, как хотят. Значит, что мы имеем в новой системе контрактов? Это вот строительные. Это топливные. И это контракты на полеты. Как это? Наш ненавистный Flight Planner. Видите, он стал... Пишет, что нет контракта, он стал немножко другим. То есть на следующий день уже нет. Эти кончатся, они уйдут в небытие, и на этом он успокоится. Значит, тут есть процентное содержание самолетов, какие мы берем. Вот мы можем это менять. Вот. Далее. Это автошедулер, собственно, сам есть. Его можно включить. Теперь сейчас у меня автомат будет все задавать. Если выключено, задаем вручную, как и было. То есть таскаем отсюда сюда. Тут есть. Это кнопочка, это интервал между самолетами запланированными. Это вот этот зазорчик вот между ними. Это вот он и есть. Сейчас стоит 15 минут. Ну и пусть будет. Это задержка самолетов, если что-то не сложилось. Это странно, что она... Ну ладно, стоит. Я просто не знаю, почему вот это вот. А, ну собственно, это тоже не кнопочка, это пояснение. Все. Ну то есть, если что-то там... Пассажиры опаздывают в группу, багаж не завезли, у меня стоит всегда задерживать. Можно поставить всегда отправлять, можно не ставить. Промпт это, чтобы спрашивать каждый раз. Пункт, вот. Это спрашивать на каждую задержку. Она меня задолбала, причем на большой скорости я просто проматывал, поэтому я поставил всегда задерживать и пусть будет. В общем, у нас тут по сути сейчас пусто. А давайте мы просто мотанем время. Аэропорт спокойно это переживет. Так, а что мы мигаем? Какого, собственно, хрена мы мигаем? Дисмисс. Валите нафиг аэропорт. Самолеты. Я вообще не знаю, чем мне надо. И как тебе прогнать? Че шипим-то? А, я близко подъехал. А, вроде они грузятся. Вот что интересно. Ну, загружается. То есть все хорошо. А че вот эти вот заразы не летят, я не понимаю. То есть самолетов вроде по сути нету. Возможно, нам. Слушайте, они не улетают. Зараза. Если сейчас еще эти замигают, будет вообще беда.
Странно, и эти мигают. Ребята, что вам не так? Пойся закрою стоянку. Ага. Тормозим это дело. Честно скажу, я не знаю, чем ей помочь. Ее только если снести нафиг. Ага, вот. Все, мелкие свалили. Больших самолетов ожидаются. А для средних у полосы недостаточная длина. Вот, все, мы разобрались. Small. Это medium, а больших пока нету. Отлично, все, они пошли отсюда нафиг. То есть вот эти ребята у нас сейчас не улетят. Ага, печаль, тоска. Upgrades. Уходит во внешний мир. Хорошо. Серия будет немножко дольше, чем я рассчитывал, потому что я хочу это все выпихнуть, чтобы оно улетело. Но эти ребята не улетят, я так понимаю. Вы же не улетите. Да, вы не можете вылететь на полосу. А, посадка. Посадка, говорю. И это тоже надо 800 метров добавить. Хорошо. Мелюзга тут шарахается. Тут кто? А, она продолжает летать по тому плану, вот поэтому. Хоть самолеты у нас и... просрочены. Это опоздавший самолет прилетает. Давай, улетай. Так. Ну что ж, тогда немножко изменим. Став. Нет, не став. Операции. Construction. Сколько у меня людей? На 30 человек, в принципе, нормально. Так, то что тут нужно сделать? Нужно снести рулежку. Нужно снести вот эту вот дорогу. Да вот досуг прям. Давайте я все-таки вызову много себе работников. Операции. Deploy all. Погнали. Вот там рабочие кинулись убирать. А, далее. Сейчас мы увеличим эту полосу. Самолеты, да, самолеты застряли. Тут ничего не могу сделать, они застряли по-любому. Господи, тут-то что у тебя не так? А, машина доехать не может. Ну, логично, я же дорожку-то убрал. Сейчас в первую очередь мы продляем полосу. Нормально, мелкие самолеты улетают, все хорошо. Я думал, будет хуже. Ну, убирайте, давайте. Я. Так, есть. Да, немножко не уезжает вверх, а на север продлить. 20-ка. Давайте мы ее два раза продлим.
Ну, значит, не сильно я ее и продал, честно сказать. Окей. Теперь строим рулежку. Давайте мы ее заведем далеко. А, нет, не то, это эти, которые светятся. Вот, таксивай фундейшн надо. Таксивай фундейшн. Кстати, тут еще добавили такой момент, что травен... Ну, это не в этом обновлении, что вот эта вот рулежка из травы больше не работает. А кто-нибудь знает, зачем я туда протянул, а? Никто этого не знает, я сам этого не знаю. Она что, до суда. Окей. К счастью, это пусто, пустое все. Ее можно убрать. Давайте вот так. Отлично. Это мы сделали. А теперь дорогу для транспорта. Вот структура, значит. Стенд, тайлы, сервис роут. Да блин, ну асфальтовая же. Давайте ее обведем вот так сильно вокруг. Потому что мало ли чего, вдруг я еще буду продлять. Так, вот. Отлично. Мы сделали это. Наши работнички строят. Слушай, эти самолеты будут стоять еще тут до позеленения. До тех пор, пока... Угу, 800 метров. А сейчас тебе сколько метров? 680. То есть нам еще добавлять. Я еще пока это... Немножко лоханулся. Окей. Апгрейд. А вот сколько она добавляет? 720, 760, 800 метров. Отлично, вот мы и увеличили. Смотрим, до каких пор мы увеличили. Ну, нормально. В принципе, нормально. Это мы убираем. Да, некие убытки аэропорт, конечно, понесет в результате. Ничего не скажу. Без этого никак. Просто у нас неожиданно очень произошел апгрейд. Ну, неожиданно свалился патч, неожиданно произошел апгрейд. Так, какие? Ну, дорожка-то выросла. Поэтому щелк. И эта дорожка. Вот она вниз-то уезжает. Так, ладно. 720, 760, 800 есть. Все. Это тоже теперь стало примерного размера. Ставим. Самолетики все. Все. Машина пока не может им пробиться, тут я ничем не могу помочь. Строители наши бегают, строят, но они строят объездную дорогу. Пока, к сожалению, могу только ускорить. То есть, ну, самолеты-то улетят эти последние, ничего с ними не случится. Никуда они не денутся, самолеты улетят. Это бедолаги ждут. А прилеты больших самолетов, которые к нам пока прилететь не могут, потому что стоянки заняты. Кстати, какого хрена они сюда не уедут, я не знаю, но... Мелкие-то они не стесняются. Они снизу выезжают, тут разворачиваются и уезжают обратно. Так. Делаем вот это вот. Таксивей. Огоньки, короче. Не-не-не-не. Да что ты будешь делать, а? Ну ладно, я за 2 месяца эту штуку снес. Так, у нас в полноценную серию как-то... короткий рассказ про то, как работает мод, да? Мутировал в полноценную серию. Сивей нода. Ну, нода идет до суда. Потом идет до суда.
Может, отсюда? Да, вот так, наверное. Все, ноду провели. Сейчас самолеты смогут улетать. Сейчас тут достроят. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну, давайте. Ну, я думаю, уже достроили, да? Ну, взлет все нормально. Что не так? Слушай, самолет вот лети уже. А, вот так тебя пнуть надо, да? Пошел. Хрень неконтрактная. Пошел, хрень неконтрактная. Он все равно снизу едет. А, я же не поставил тормозяку, видимо. А, где она? Отметка-то эта. Они все снизу выезжают и... ломятся. Вот видите, опоздавшие прилетят. Они где-то висели в воздухе. Так, я вот тут еще, конечно, крутил петель. А можно как-то удалить, а? Ну ладно, петли так петли. Ее только вместе с этим, с асфальтом удалить можно. Ну, как-то вот да. О, я построил не ту дорожку. Бедолажная наша эта малая авиация попала. Дорожка не та. Почему я строил, я отвлекся на полосу и не посмотрел. Сейчас, ладно. Я паблик роуд построил, надо было сервис. Так, ну, нам все равно дорогу будет сносить, я так понимаю, когда я буду продлять под большие самолеты. Так, вот так вроде нормально должно быть. Ну, я сервис построил. О, паблик роуд это там за забором она. Все, строители побежали. Самолеты буксуют, бедолаги. Причем буксуют и платят деньги. Окей. Здесь, конечно, надо ботву это поправить будет. Ты что ждешь? Пушбэк? Вали нафиг, а? Вали. И ты вали. У них, похоже, расписания нету, или что? Они прям вот не хотят летать. Пока пинка не дашь, они не улетают. Так, смотрим, там Мерзга садится. Кстати, откуда она взялась, да? Так, и куда? А, ну да, она же не пустая. Сейчас сюда еще один залетит и будет стоять. Так, все, нормально, я так понимаю. Ну, дорожка, но это дело десятое. Хорошо. Заходим в Flight Planner. Видите, пусто все. А, этих нету. Этих, ну, давайте вот так вот как-то. 50 на 50, да. Смотрим, кстати, сколько у нас. У нас 3 стойки побольше, но на самом деле 6, но пока 3 работают. И 4 этих. Ну, давайте 50 на 50. Все, идем в контракт. Эти не трогаем. Вот у нас аэроконтракты. Пошли прям сходу. Марпл. Марпл. Контракт. Смотрим, что изменилось. А ничего нет про количество, обратите внимание. Можно улетать в наш аэропорт, можно прилетать в наш аэропорт. Все. Контракт я подписал. Идем во Flight Planner. И Maple у нас установилась. Опа. А нет, все нормально. Вот она. 5 самолетов из 30.
И это удовлетворенность компании. С верхней строчкой удовлетворенность компании, насколько она нами довольна. Потом идет сколько активных полетов. Сейчас к нам 5 из 30 собралось. И это выполненный, видимо, полет. А, количество полетов предложенных авиакомпанией, но не уложенных в план. То есть все, что она предложила, мы в план запихали. Если мы посмотрим, это у нас ежедневный полет. Отлично. Самолет-то какой? Ну, судя по размеру, она на медиум прилетела. Здорово. Идем еще в контракт. То есть это вот автоматизировалось самую гадость, которую я вот терпеть не мог. Crown Airlines. Про количество опять ничего. Берем. Давайте тогда еще несколько возьмем. Летучий пингвин. Так, теперь идем во Flight Planner. То есть, как мы видим, они в рейс вставляют вообще от фонаря свои эти. Понять, как заполняется, мы, конечно, не можем. Но раз так, раз такая халява, давайте еще запишем. То есть, видите, они нам не занимают наши посадочные места никак почти. Со всеми подпишу, да? Есть, правда, одно но. А возможно, они будут потом увеличивать количество рейсов. То есть, видите, сюда они уже не кидают, правда. То есть, они немного хотят. Я думаю, я пока не буду увеличивать количество, потому что тут, если они так по 30-то погонят, оно очень даже будет сурово. И они все на медиум идут. Все на медиум. У меня на мелкие площадки никого пока. А я запросил 50 на 50. Как бы нам с этим всем не влететь? Давайте снизу возьмем. Ок, Air. Тут про количество опять ничего нету. Ну. Не-не-не, не надо. Так, смотрим. Ок, Air. Ок, Air. Вот он, Ок, Air. Ничего, то есть пока до полетов дело не дошло. ОКР, все большие. Ну вот у нас наполам мелкие и большие. Приходят почему-то все большие, я не знаю почему. Так, строители, вы строите, блин, мне мелких надо выпускать, выпроваживать, я бы сказал. Так, что у нас тут? Тут у нас... Ты кто? Уборщик. Тут у нас народ что-то вовсю кофе пьет, я смотрю. И тусит. У них тут отдыхательная комната. Так, выбрать, типа, кто тут может посещать. Да нет, не ваш тип. Да все типа. А, ну все типа, да. Все и есть нормально. Вот, они что-то все тут тусят, зараза такие. На самом деле, у компьютеров делать нечего. У компьютеров у нас сидят боссы. Технические директоры и все такое. А это ты кто? Да, тут директоры сидят. Ну а между тем, и рампагент тоже тут сидят, в Тетрис играют, зараза. Ладно, вот пошли первый самолет. А там пошли машинки, все. Заработало. Сейчас они заправят этих приблудных всех. И все у них будет хорошо. К этой только не доехал, но я думаю, сейчас доедет. Ну вот, все, аэропорт пошел в дело. Чутка изменили некоторые моменты графики, я смотрю. Вот эта штука изменилась. Но в остальном, в общем, все то же самое. Может, автобус поумнели, а?
Ну, может, поумнели. По крайней мере, пока не тупят. Так, строители. Строители. Так, 58. Давайте половинку отошлем, даже побольше. 30-ку отошлем. Инциденты пока не работают, это занятость. Так, тут багажная система у меня вырубилась по неведомой причине, но, видимо, после обновы. Ну, все, то есть остальное пока без изменений, это все не работает. Кейтеринги эти, Каммингсон. Вот. Все. За этот день у нас прилетел один самолет, единственный. Просто, ну, отношения со службами сброшены, то есть у нас по новой все идет. Все наши отношения идут по новой, с нуля. Не знаю, раньше их, по-моему, даже не было отношений, просто принимаешь контракты и все. Сейчас у нас пока пусто в аэропорту, мы идем в минус пока, потому что у нас, ну, у нас один самолет. Flight Planner наш. Но уже следующий день. А, вот смотрите, они выдают рейсы. И Stripe Air сюда, то есть оно автоматом ставит. То есть заполнение вот этих всех стоек идет. У нас тут, вот мы контракт набрали, да? Ну вот тут, только к среде начинается опустошение. То есть мы взяли контракты, по 30 вылетов, видимо. И оно само их ставит. Ну, там даже какие-то мелкие самолеты начинают, но основной упор на средние у нас. То есть все, сейчас со следующего дня аэропорт пойдет работать с полной загрузкой. На самом деле вот эти стоечки-то тоже надо включать. Так, я тут, наверное, с этими с огоньками не доделал, да? Да. Опа. Опа. Есть? Да. Смотрим. Set pushback. Сюда. Так. Не знаю, почему оно все сбилось, потому что я вроде как в последней серии по этой игре все это дело задавал. Boarding desk надо. А, boarding desk тоже сменили. Зелененькие они теперь вот такие стали, забавненькие. Понял. Статус закрыто. Контракты теперь отсюда тоже вынесли, похоже. Именно в контракты. Но. А их тут нету. Тут только топливо и чинилки. Забавно. Рейтинг аэропорта. Уныло так. Почта. Да, там экономика. Это займы. Слушайте, а нету почему-то контрактов на ну на еду нету. Мой транспорт, мой став, обзор, работа,
Нету. Все эти магазины closed и не работают. Ну, видимо, в плане переработки контрактов, пока вот это вот упразднили. Ведь они все выключены, я не могу ничего с ними сделать. А, вот сами контракт. Я ключик и мышки крутанул, если что. И все появилось. Багулечки. Багулечки. То есть, видимо, тут как забаговалась полоса прокрутки. Так, и сюда. Ох ты, какие они звездные-то, ребята. Вы слишком для меня крутые. Давайте вот это вот. Вот так. Все, теперь они работают. Работаете же? Да. Ну, все прекрасно. Пассажиры идут, и, как видите, очереди устраиваются. А, багаж работает. Все замечательно. Эта авиация стоит. Одинокий самолет наш стоит. А что-то он стоит. Ты издеваешься, да? Иди отсюда. Спишь, нечисть. Не спишь это вообще. Пушбэк ему реквест, это все. А, все, пошел. Пиндюля получил и пошел. Надо эту площадочку зареконнектить, что ли, с пушбэком-то. Set pushback point. Передвинул. Что бы это ни значило, посмотрим. Так, давай это тоже set pushback point сделаем. Даже вот так. Ох ты, здоровый приехал. Большой, черный, толстый. Так, тут. Ну, я перезадал просто пушбэк и... Да, изменились иконки вот этих машинок, которые багаж возят. Тоже стали другими. Ну, у нас полетела мелкая авиация. Смотрим Flight Planner. Да, видите, их стало больше. Ну, большие-то просто все забито нафиг. Надо те площадки в дело вводить. Потому что, ну, их много. И по непонятной причине они буксуют немножко у нас. Pushback not started. Pushback not started. Слушайте, а... Не появилось ли у нас машинки, которые вывозят на старт эти самолеты, а? Вот что интересно-то. Так. Машинки. Сервис траков не хватает. Да? Хорошо. Операции. Overview construction. Я уже немножко забыл. Да, Афгаз тоже надо купить.
А в газ это то, что туда далеко ездит заправлять. Repair. Repair. Так. Я подзабыл уже, где у нас живут покупка машинок. Это став. Shift, board. Машинки. Нет, они живут где-то в другом месте, где все исследования живут. Черт. Я уже забыл. Overview? Нет. Job task? Нет. Нет. Черт возьми. Так. Реально забыл. Почта, нафиг. Дата вот почему-то не дата. Став shifts. А вместе с тем помню, что было. Черт. Машины, как вас купить? Поузнем. Дашборд, контракты. Ну, это контракты. И селлерис. Вот, все, нашел. Так, у нас Авгаз подождут. Вот это нужно. Я бы на самом деле еще бы взял. Ну ладно. Тут все у нас unlocked. Unlock now Mind Reader, но это не нужно. Так, смотрим дальше. Ночные полеты. Можно разлочить. Дорого. Ох ты, Maverick Fuel Truck. Чем они лучше? Здесь. Фьорд. А это Maverick. В чем разница, честно говоря, не знаю. И мавериками. Вот. Большой и малый. А, нет, это открытые. Фуил трейлер. Был трейлер. Слушайте, непонятный совершенно девайс. Давайте возьмем. Вот пушбэк. Вот то, что надо. Вот почему эти заразы не выезжают сами. Ждут. Давайте и мы подождем, пока эти штуки приедут, потому что, я полагаю, что дисмиссом я их выпихиваю. Это ничем хорошим не заканчивается просто. Так, вот и кто? А, пофиг. А это что? А, топливо заправлено, нормально. Нормально. Так, ну где же он? Он? Ты кто едешь-то? Не похож, да? Тут какой-то квадратный такой был. Тут дальше автобусы едут.
Так что надеюсь, что это все-таки он. Так, вот он мчится сюда, но он же не просто так сюда мчится, да? Ну-ка. Ты кто? Притормозил? Что он делает? Это заправщик. Нет, это буксировщик, все нормально. Он так с перьев не прицепляется и буксирует. Все здорово. Все, поехал к следующему, да? Нет, он поехал. Да, он поехал к следующему. Все, он выталкивает. Вот, неожиданно. Все, и самолеты пошли. А это пихалка. Ну, слушайте, пихалки нам одной хватит, мне кажется. Блин, я вот только что же находил эту штуку. Шиц, став. Только что находил и снова потерял. Вот она. Так, хорошо. Давайте тогда еще одну такую штуку купим. Чисто чтобы было. Вот чем вот эти отличаются? Вот он Маверик, да? Помогает заправлять самолеты авгазом. Очень эффективно. Ну хорошо. Вот это с авгазом. А это Фьорд. Он может медленным и неэффективным. Вот как оно. Угу. Но он дешевле. Давайте еще один авгазовый закажем. И давай... медленно, неэффективно, а? Вот, ладно, еще один джет. Все. Эти стойки у нас тоже пойдут в дело. Я в этом не сомневаюсь, но не прямо сейчас. Все, буксировщик пошел толкать. Что у нас? Вот у нас вот с этими, по-моему, мы прощелкали немножко. Зелененькие это выполненные. Немножко мы прощелкали, видимо, вот с этими тремя. Ну, сейчас, наверное, надеюсь, нагоним. Они, в принципе, идут... Да, вот они зеленые начали появляться. Они идут с опозданием у нас немножко. Ну да, слегка прощелкали. Вот у кого-то уже пошло вверх, уже 28% у некоторых. У тех, кому повезло. У тех, кому не повезло, пока не 28%. Ну, так, серия уже довольно длинная получилась. Ну что ж, тогда на этом закончим. Автобусы, кстати, пихаются, как пихались. Всего хорошего. До новых встреч.